Всем мое почтение, друзья. И сегодня, 5 июня 2022 года, появилась вот такая вот информация. Лукашенко, по сути, секретарша Путина, заявил вот такое вот, что готов оказывать гуманитарную помощь голодным детям США. Я лично считаю, что это уже не то, что у Лукашенко маразм. У него не маразм, он как раз соображает хорошо. Он просто считает уже за пустое место свой народ и окружающих людей, если заявить такое, голодающим детям Соединенных Штатов Америки он будет помогать. Ты своим пенсионерам помоги, которые за тебя голосуют и мечтают возврата в Советский Союз, который ты им продаешь. Я лично считаю, что это полный вот такой вот маразм системы. И считать людей просто за какое-то, ну, не за что, за пустое место. Ну, как-то так. Лукашенко просто чем дальше в лес, тем больше дров. До новых встреч, друзья!